Культурное наследие Карабаха. Абдурагим Бек Ахвердиев. Абдурагим Бек Ахвердиев родился 17 мая 1870 года в городе Шуша. В 1890 году он окончил 6 класс Шушинского реального училища и продолжил образование в Тбилисском реальном училище. В 1891 году он поступил в Петербургский институт инженеров-дорожников. Здесь молодой писатель написал свои первые пьесы «Съешь гусиного мяса, узнаешь его вкус» и «Разоренное гнездо». В 1899 году он вернулся из Петербурга в Шушу. Жил в этом городе 2 года и собрал образцы народного творчества. В 1900 году написал здесь пьесу «Несчастный юноша». Спектакль был поставлен в том же году. В 1901 году он приехал в Баку из города Шуша, где закончил пьесу «Волшебница Пяри» или «Пяри-Джаду». В 1906 году Абдурагим Бек Ахвердиев был избран депутатом в Государственную Думу России от Гяньджинской губернии и остался в Петербурге. Чтобы написать трагедию «Ага Мухаммед Шах Каджар», он проводит расследование в Государственной библиотеке. В 1907 году писатель отправляется в Иран, чтобы собрать дополнительные сведения о трагедии. В 1907 году трагедия была впервые поставлена в Баку и с большим успехом ставилась на протяжении многих лет. В 1906 году издавался журнал «Молла Насреддин». Писатель публикует рассказы, фельетоны и публистические статьи в журнале под псевдонимом Джейран Али, Хортан, Лаглагэ, Мозалан, Сюпюрге Саккал. Опубликованные в журнале произведения Абдурагим Бега Ахвердиева, записки из ада, путевые заметки Мозалан Бека, «Мои олени» были встречены с большим интересом. Авторские рассказы «Красная старуха», «Двери правосудия», «В тени дерева», «Вавейла», «Старое поколение», «Отчий дом», «Женский праздник», «Кямран», «Сорока», «Товарищ Кюроглу», «Очень хорошо», а также произведения из цикла «Мои олени» привлекали внимание литературной общественности. Некоторые рассказы автора собраны в книгах «Мои олени» и «Рассказы». Учитывая его заслуги в области литературы и искусства, в 1928 году Абдурагим Бек Ахвердиев был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств». Скончался 11 декабря 1933 года в Баку и был похоронен на аллее почетного захоронения. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 января 2020 года в Азербайджане было отмечено 150-летие со дня рождения писателя. 150-летие Абдурагим Бека Ахвердиева также включено в список юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий ЮНЕСКО на 2020-2021 годы. Рубрика «Культурное наследие Карабаха» – совместный проект CBC FM и Министерства культуры Азербайджана.